Я обманул. А ё-моё. Есть! Есть! Я смог обмануть. Ну что? Вы думали, вы такие умные? Я тоже очень умный. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Dark Dragon, Куёка, магический чай. Пацаны, поздоровайтесь. Здорово. Не обвею черной краской. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас рубрика «Аниматроники пугают охранника». Я буду сегодня злым, очень злым аниматроником. Погнали. Кстати, на этой карте, я так понимаю, что двери убивают, да? Да. Я что-то пока за доброго играю. Это же два режима, это добрый. Ау. О, подождите, я помню, что у него есть анимация. Так, не того. Пропустите черную жопу. Ну стой, 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 я себя так. Так, у него нету, а ну-ка. Молодец. Надо замешкаться, какую-то ерунду делать, как будто ты чем-то занят, и все, и в это время можно убивать. Ребята, вот прямо сейчас, кто смотрит ролик, обязательно ставьте лайк, потому что это помогает нам поднимать настроение и снимать все лучше и лучше ролики. Каждый лайк плюс один к настроению. Пустите своего, или я его убью через 3 секунды. Не-не-не. Успел, успел, 3 уже нажимать хотел, уже хотел нажимать. Можете подзнимать. Стойте, стойте, батарейка села. А у меня дешевые солевые были батарейки. С Алиэкспресс, да. А чё я... А я не должен был... А чё я когда... А я не знал, что он когда валяется, убивает. Буду знать. Я ни разу не нажимал в таком режиме. Давай, давай, давай. А, привет, ладно, ладно, выхожу, 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 успокойся, псих. Думаешь, я не видел? Вижу, что ты там, но. Подождите, что со мной? Аниматроник, вставай. Очень слабые батарейки. Не от Nokia же, конечно. Так, слышь, ты, будешь стрелять, я буду убивать. Откуда у тебя оружие? А, стрелять, я думал. Уже слышу. Нет, это не Эннард. Это Спектрам. А. Пошел вон. Он пошел. А, вы меня будете обзывать еще, да? А все, закрывай дверь. А ну, открой. О, я уже стал другим. Я злым стал. Эх, успели, успели. Так, ребята, буду сейчас пробовать обмануть их. Ха-ха, блин, ну заразы. Не обманешь, Димка. Привет, Дим. О! Ай. Ну хоть кого-то дайте замочить. Да ну блин, ну закрыто. Так, кто у нас еще есть? У нас есть аниматроник, который, по-моему, есть классная анимация у него. Сейчас. Драгон, если что, закрывай, Эбил. О, я могу музыки издавать, закрывай, я забыл, закрывай. Классные звуки важны. Пошел. Эй, ты чё? Ребят, меня тут не убейте. Все, я ушел. Не-не-не, мы видим. Да-да-да, конечно. А ну, давай. Открывайте. Не-не, мы видим тебя. Мы тебя через стекло видим. Побежал, побежал, класс. Нельзя, нельзя никому. Ребята, беру аниматроника, который мы реально очень давно не брали. Что ты там идешь, Дим? Что тебе надо, соли? Соли тебе надо, Дим? Да. А, ну сейчас перенесу, только дай мне пару миллионов лет. Нифига себе. О! Ты что тут делаешь? А, я же добрый, надо злым вставать. Я о, злой! Бегу, 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 успею, успею, успею! Ах ты, зараза, ну еще в чуть-чуть. Так, ребятушки, ну что, промо обмануть. Это? Одна дверь должна быть открыта у вас. Давай. А то у вас завоняется там. Так! Я обманул. А ё-моё. Есть. Есть. Я смог обмануть. Ну что? Вы думали, вы такие умные? Я тоже очень умный. Вы думали, вы меня переиграете, уничтожите? Я вас уничтожу, дадим. Открывайте. Так, подождите, подождите. Закройте. Сейчас. Во. Браво, дверь. Пацаны, мне тактика против Дима.
Я иду, не я знаю. Иду. Это... Мужики, откройте дверь, пожалуйста. А я иду убивать. Блин, закрывай. Тихонечко Ой. Приближаемся к охранникам. Вот этот аниматроник будет их очень много раз убивать. Ты дурак, что ли, на меня махать? Ой, открой, открой. Открывай, открывай. Не-не-не-не, он тут. Только один. Не открывай, не-не. Не открывай. Подожди, Машка. Крага, давай! Да вы задрали, у меня жизнь тратится через дверь, я не могу режим включить сейчас. Есть, злой режим. Ну что, шо? Пора убивать. Пора нет, убивать. Мужики! Да блин, ну успевают, ну успевают. Вы справа смотрите, вы дверь тоже держите. Держите сейчас, идите на дверь, иди, будь приманкой. Извините, я не выдержал. Да случайно, хочу анимацию, когда, знаете, стекло трет руками. Как это не этот аниматроник, значит, а другой. Их у нас очень много. Я иду не спеша. Я иду не спеша. Исследую местность. Как вас замочить? Две двери, да, закрыли? Хорошо. Дим, как тебе дробовик, он нравится? Спасибо. А чё не залез, жирная жопа, чики? Ты чего не пролазишь в такую дверь широкую? Ты чего? Рикошетом. Здравствуйте. Ты дурак? Так, две двери, да, закрыли? Хорошо. Есть! Загаси всех, я сказал. Я же очень злой. Ладно, убегайте, я вам даю немножечко пожить. Дурак, что ли? Я тебя отомстю за то, что ты мне в живот стреляешь. Извините обстоятельства, хуёйка. Драгон, хорошая отличка. Так, плохой режим. О, ребята, я знаю, кого взять. Я сейчас возьму марионетку. И марионетка, конечно, уже будет намного жирнее и поярче. Он с этой двери, ребят. А, да? Так интересно. Ах, смотрите, он видит. Привет, как дела? Какаша. Так ты говно, я говорю не. Так вы чего не слушаете? Вы же команда, вы должны друг друга слушать. Сегодня очень хитрый аниматроник, очень. Я же говорю. Так, давайте. Пацаны, давайте. У вас сейчас есть шанс. В течение минуты вы должны как-то показать, что вы лучшие игроки. Если из вас двое умирает, значит вы проиграли. Ну все, пипец нам. Как я обещал, ребята, я беру марионетку. Ах ты! О, привет! Привет! Двоих! Ха-ха, проиграли! А че вы в офис не зашли? А нам закрыли! Так я, блин, вам открыл, вы! Ё-моё! Ладно, давайте, не считается, заходите! Давайте, мы. Я испугался! Вы готовы? Пацаны, я заболею! Конечно! Ну все, время пошло! Минута! Дим, я знал, что ты там! А, две двери, да, закрыли? Хорошо, я буду через дверь мочить. А! Да, нельзя так. Магический чё, чё двери держишь? Да я думаю, он там сидит. Короче, вы не можете против меня играть сегодня, я очень злой, очень злой. Понял, да? Чё, не открывает? Я выйти не могу! Чё, заходи, заходи, заходите! А. А. Все, ребята, это мой офис. Выключаем здесь свет, и теперь я здесь работаю. Че? Че, мужики? А давайте подождем. Где там охранники ходят? Извиняюсь, обстоятельства. Блин, классно играть за аниматроника, офигенно. Чувствую такую власть и мощь. Так что, ребята, если ролик наберет 5000 лайков, то мы скачаем новые пилпаки и покажем вам их в этой рубрике. Потому что вышли новые пилпаки. 2 гигабайта весят. Вообще намечается рубрика. Классно, какой аниматроник самый крутой. Эй, пердяны! У меня 1000 жизней всего, я проиграю сейчас. Ах, вы пердуны вонючие. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Тихо-тихо. Ребята, видели когда-нибудь так близко жопу марионетки? Смотрите. Да как мне что? Вы меня вытравливаете?
Все, ладно, я выхожу. А! Так ты тварь, а? А, господи. Вот так будет с каждым. Ну что, идите теперь в офис. Идите, идите. Идем умирать. Давай, иди, иди. Блин, класс, сами себе накидали. Блин, офигеть. Так, я сейчас, короче, возьму невидимого аниматроника. Вы должны будете меня найти на карте и замочить. Готовы? Да мы вряд ли придем вообще в офис, если что. О, давайте возьмем тогда баллон боя. Ой, закрытыми не держать. А, это, короче, баганы. Видите, не доделаны много аниматроников. И не все недоделаны. Ну что, я взял аниматроника, я стал невидимым. Невидимый. Ребят, я в газовой камере, помогите. Давайте, ребята, ПВП. Я невидимый против вас троих. Вы можете любое оружие использовать, кроме админского пистолета. Откройте. И бомбы, и бомбы нельзя. Какие бомбы? Любое оружие, Дим. Пригвождатель можете использовать даже, меня поймать. Ой. Дардаган, ты какашка. Слушай, Дим, а петух сойдет? Да. Админский. Да, 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 да. Да? Да, только если ты проиграешь, ты участвовать не будешь. А, тогда хорошо. Это да, это ПВП. Если проиграл, то все. У меня, кстати, 8500 жизней. Вот здесь шанс меня выиграть. Так, ребята, аккуратно, аккуратно ищем, ищем, ищем их. Так. Блин, я прям сильно палюсь по звуку. О, хорош. Эй, чё ты мигаешь, мне зрение лишает. Ну, Дима только один проход, и все. Ага, задний. Чёрный. А, вы решили зашкериться, вы не будете ко мне идти? Хорошо, я тогда в зеркало, посмотри, какой я красивый. Какой я красивый аниматроник. Ну, конечно, я же хочу, чтобы вы вышли. А я вас убил. Так, так, так. Ну что, давайте будем на расстоянии их мочить. Выслеживаем. Слышишь? А? Я уже прям рядом, смотрите. Ну что, Куёко, последние твои слова. Я люблю тебя, не убивай меня, пожалуйста. Вот слева. Ай, ай-яй-яй-яй-яй. Ты чего, перестань, псих. А где он стреляет? А, вижу, 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 вижу. Так, сейчас мы можем... Я знаю еще. А, мои последние слова, да, будут. Я вижу, вижу в зеркале. А я тебя вижу, невидимка. А, ты видишь мою тень, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, по жопе! Не стреляй, не стреляй, осторожно! ПВП кто-то, ой, петуха взял кто-то. Зато нюхаю пыльну. Ну, я взял аниматроника, который не бьет на расстоянии. Мне нужно конкретно прицелиться, чтобы было по-честному все. Ты где? Ну все, я иду убивать. Хорош, шутки шутить. Первый есть, первый есть. Еще двоих, еще двоих. Да что за крики там? Ты где стреляешь, челепиздрик? Вообще, Дима, нет. Где ты? А вот. Я знаю, тут можно на улицу выйти. А вот найди меня. Во. Я на улице, представляете? Кто не знал, что здесь есть улица, плюсик в чат. Мало кто знал эту фишку, но она тут есть. Даже ворота есть. Смотрите, на улице можно реально сидеть отдыхать. А это, а сюда можно? А, тут вентиляция на улице ведет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой. Попробуем удалить. Вот удаляем. Вы перестаньте, пацаны, мочить. Вы тут в калитку можете поломать случайно. Блин, меня зажали. Что делать? Чё, трое против одного. Я выхожу, я выхожу. Потихоньку выходим. Ай, граната, блин, вы бы опередили меня чуть-чуть. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Мы будем стрелять, Диму. Я могу ТП-хаться? Я могу ТП-хаться? Я не могу ТП-хаться? Мама. 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 Меня зажали гранаты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, Димка, беги. Отлично! Ну что, я победил? Нет, еще. А, еще ты есть. Давай, 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 давай. Ой. Ой. Ты к своим же ж не подпустишь. Я знаю. Ну что, дорогой, последнее твое желание. Никакое. А ты где дел? Ты же тут был, ты улетел на В? Нет. А что это было? Магия. А, вот так, значит, вы. Мы, я значит, к ним со всей душой, а они... Они, да? Умирайте!
Вы проиграли, пацаны, сегодня я был лучшим вас. Да. Обычно даже в других сериях когда-то и вы меня выигрывали, но в этой серии у вас что-то не получилось. Слабая команда или карта неподходящая? Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Нам всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Псих!